57 талицких семей переселились из ветхого жилья в новые квартиры. Ключи они получили в день города. Счастливчиков поздравил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Новоселье – это большой праздник. Новоселье – это всегда старт хорошему. Это всегда праздник в семье. И, конечно же, с новоселья начинается всегда новая жизнь. За последние два года в Талице из ветхого жилья в благоустроенные квартиры переехали 400 семей. Сейчас местные власти решают вопросы благоустройства, к новым домам провели воду, электричество и тепло от газовой котельной. Рядом есть детский сад, появится школа. Спикер регионального парламента Людмила Бабушкина считает, что новоселам не придется беспокоиться о комфорте. Здесь сразу инфраструктура с замечательными дорогами. Я вас поздравляю с этим событием. И хотела бы, чтобы вы тоже понимали, что без вот взаимодействия, которое сегодня есть, муниципалитет, регион, невозможно было бы вот того, что мы сегодня видим. На главной площади Талицы развернулись народные гуляния. Городу исполнилось 285 лет. Почетных граждан муниципалитета лично поздравил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.